публичных слушаниях принял участие 61 человек. Право высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу получили все желающие из числа подавших заявки на участие в слушаниях. Всего 11 человек. Заслушав мнение выступающих и эксперта, Организационный комитет по проведению публичных слушаний утвердил заключение о результатах. В принятом заключении рекомендовано рассмотреть на сессии Совета проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа в редакции, представленной для обсуждения.